представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей, позывной Пиксель, заместитель командира дивизиона. Как вы уже знаете, недавно здесь был танковый бой. Кстати, чего пострадал наш Урал с нашими ребятами. Вероятнее всего, он пострадал именно от рук команды этой БМП, которая теперь тут стоит мертвым остовом таким вот, и вряд ли уже больше куда-то уедет. Надеюсь, большую с той стороны у нашего противника не будет желания ездить сюда безнаказанно, по крайней мере. Все их выходки будут заканчиваться вот примерно вот так вот. То есть это мы видим выходное отверстие, да? Да. От подкалиберного, судя по всему, да, какого-то? Да, тут несколько выходных отверстий. Вот тут это сквозное ранение. Там вот коробку пробили. В общем, ребята недолго радовались своей маленькой победе. Ну, я так понимаю, что больше все-таки пострадало местное население, чем... Да, местное население всегда страдает. И в то время, когда у нас, грубо говоря, там в тот день было около 9 убитых у украинской армии, порядка 10 убитых, то у местных только 18 с лишним домов просто были развалены. И жертв значительно больше, чем у нас и украинской армии вместе взятые. И местные страдают каждый день, к сожалению. Обстрелы не прекращаются. Даже уже не знают, когда им это. Нет ни света, ни телефона. Телефон часто глушат. Так вот мы здесь живем.